Mi Flood Detector – это Bluetooth-датчик протечки воды для системы умного дома Xiaomi. Его главная задача – сообщить вам через шлюз о наличии утечки и, если необходимо, через автоматические сценарии дать команду другим устройствам. Например, перекрыть запорный кран водоснабжения через срабатывание реле. Датчик протечки Xiaomi продается на AliExpress за $11. Ссылка в описании к видео. Mi Flood Detector имеет габариты 17 на 50 мм, масса 23 грамма. Диапазон рабочей температуры от 0 до плюс 55 градусов Цельсия. Внутри герметичного отсека, который проще всего открыть с помощью монеты, уже находится батарейка CR2032. При обратном завинчивании крышки до упора обратите внимание, чтобы ее паз был расположен вдоль от одного контакта к другому. Это гарантирует герметичность. Принцип работы датчика весьма прост. При протечке между двумя вынесенными из корпуса контактами происходит замыкание и отправляется сигнал тревоги. Минимальный уровень воды, необходимый для замыкания, равен 1 мм от поверхности, где расположен датчик. Перед покупкой обратите внимание, что для работы в системе умного дома Mi Flood Detector должен быть подключен к Bluetooth-шлюзу. Это может быть Xiaomi Gateway 3 версии или другое устройство с функцией хаба. На лицевой стороне датчика под наклейкой расположена кнопка сопряжения. Зажимаем ее на 5 секунд для подключения к Mi Home, чтобы датчик появился в списке доступных устройств. Далее следуем инструкции на экране телефона. На главном экране датчика отображается текущий статус. Он понятен даже несмотря на китайский язык в отдельных элементах интерфейса. Если протечки нет, он просто белый, а при протечке заполняется синим с анимацией воды. На главном экране также доступен журнал срабатываний датчика и автоматические сценарии, в которых он работает как условие, если обнаружена протечка или протечка устранена. В настройках Mi Flood Detector первый пункт, который также пока на китайском языке, позволяет активировать экономичный режим, в котором снижается дальность Bluetooth сигнала до шлюза, но значительно продлевается время работы от одной батарейки. Используйте его в случае, когда сигнал до хаба остается удовлетворительным. На время срабатывания это никак не влияет. Уровень заряда батарейки и сигнал отображаются здесь же. Вместе со шлюзом Xiaomi датчик протечки становится частью базовой сигнализации, то есть при обнаружении утечки хаб включит встроенную сирену и отправит вам соответствующее уведомление. Если пойти дальше, то с помощью умного реле и запорных кранов с электроприводом можно создать сценарий для автоматического перекрытия воды, что исключит дальнейшее затопление. Я считаю, что в каждом умном доме и тем более квартире должен быть датчик протечки. Пусть он никогда не пригодится, но обеспечит чувство спокойствия за сохранность вашего имущества и тем более от затопления соседей. Если этот обзор был вам интересен, ставьте лайк. Чтобы не пропустить видео о других датчиках для умного дома, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр!